Давай по новой. Это я. Ой, склонись предо мной, Эквестрия. Никому меня не остановить. Пришло время вам, пни, склониться пред... Что смешного? Пришло время вам, пни. Забавно. Пни. Сообщение. Мы знакомы? Кто это? Новое сообщение. О, нет. Дело плохо. Привет, пони. Не смотри, это снова тот злой ликорн. Не кричи, я не слышу, что она говорит. О, да. Ну, давай, Аполлин. Жаль, что мы познакомились так поздно. Но знаете, я была так занята. Вас неприлично много, жалкие пони Эквестрии. И даже с помощью моих новых друзей-драконов забрать все ваши кьюти-марки... Что ж, дело не быстрое. Эй, ты понимаешь, что творишь? А ну верни! Беги, Венди, скорее! Ох, это все так ужасающе! Нет! Мне нравилась эта кьюти-марка, грустно. Все эти кьюти-марки не только делают меня самым могущественным огненным аликорном, они еще и хорошо дополняют интерьер. Мы обречены! Кто-нибудь остановите ее! Но должна признать, были те немногие, кто оказал малюсенькое очаровательное сопротивленице. Нет! Не с места! Вор! Нет! Эй! Эй! Верни ее мне! Это мое! А это я заберу. Получи! И еще! И еще! Ты это хочешь, да? Так она не настоящая. Не сегодня, Аполлин. Не сегодня! Может, и сегодня. Я заслужила эту кьюти-марку настоящей дружбой, Аполлин. Ты не отнимешь ее у меня. О, Мисти. Серьезно? Ты уже слишком большая, чтобы верить в сказки. И теперь лишь один аликорн стоит между мной и полным господством. Меня ищешь, Аполлин? А, Сани, вот ты где. Это будет весело. Да ладно. Ты серьезно считаешь, что можешь меня одолеть? Даже когда у меня магия всех кьюти-марок? Знаешь, для аликорна ты не очень-то умна. Я знаю только, что должна попытаться. Ты можешь забрать мою кьюти-марку, Аполлин. Но ты никогда не заберешь у меня то, что делает меня мной. Уверена? Смотри. Нет! Санни! Санни! Давайте, народ! Неважно, как все кругом страшно и мрачно, никогда нельзя терять надежду! Ради Санни! Погоди-ка, а это что? Нет! Нет! Моя метка! Моя сила! Я огненный аликорн! Вы, пони, это ваша отвратительная магия дружбы! Это еще не конец! We've got the magic in us.
переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2023 году.